Добрый день, меня зовут Валерий Касалица, я директор по франчайзингу компании Росбизнес Ресурс. Сегодня мы поговорим об аутсорсинге и как он работает в современных условиях бизнеса. Аутсорсинг сегодня – это совершенно незаменимый инструмент ведения бизнеса. В упрощенном виде он представляет из себя следующую схему. Заказчик поручает какую-то часть функционала фирмы сторонней компании. При этом он избавляется от необходимости вводить новые штатные единицы, организовывать рабочие места, платить заработную плату и дополнительно арендную плату, искать и обучать сотрудников, а также контролировать их работу. Все это за него делает компания-аутсорсер. Заказчик получает только результат, идеальную бухгалтерскую отчетность, оперативную поддержку и, главное, решение непрофильных для заказчика задач. Финансовые затраты на аутсорсинг значительно ниже тех, какие возникли бы при самостоятельном решении отдельных задач, а скорость работы и результаты выше. Говоря о нашей компании, хорошие результаты достигаются за счет опыта и специализации. Мы привыкли быстро и качественно выполнять задачи, справиться с которыми нашим заказчикам было бы сложно или дорого. Говоря о потенциале рынка, необходимо заметить, что рынок аутсорсинга в нашей стране делает только первые шаги. И если в Америке и Европе аутсорсинговые компании уже давно и прочно занимают свою нишу в деловом пространстве, то в России такие компании активно развиваются лишь последние 10 лет. Нет сомнений, что рынок аутсорсинга продолжит расти. И если для иностранных компаний избавление от непрофильных активов и функций не в новинку, то российские компании только учатся использовать эффективные экономические инструменты. По данным Всемирного банка, число российских компаний, использующих аутсорсинг, ежегодно растет на 10-15%. И эта тенденция не изменится в кризис. Заказчики не обладают постоянным объемом работ и вынуждены сокращать издержки. Чтобы не держать штат сотрудников, оплачивая им простои, компании все чаще задумываются об аутсорсинге. Кроме того, со слабой позицией рубля большая часть работников из стран ближнего зарубежья вернулась к себе на родину. При этом спрос на низкоквалифицированную рабочую силу как был высоким, так и остался. Фактически это означает, что тем, кому нужны были работники, стало несколько труднее найти их самостоятельно. А значит, наши услуги по аутсорсингу персонала стали более востребованными, и потенциальных заказчиков стало еще больше. Главное – это грамотно построить работу с ними. Отдельным преимуществом нашей сферы деятельности является наличие государственного сектора среди заказчиков. Потенциальные клиенты внимательно изучают опыт работы компаний, предоставляющих временный персонал в России, анализируют наличие требуемого персонала. Сегодня востребованы компании с солидным портфолио проектов и штатом компетентных сотрудников, способных в разумные сроки и максимально эффективно организовать работу по новому проекту. Одной из ключевых тенденций станет большая специализация подрядчиков данных услуг, сегментация по направлениям. Крупные компании могут предложить широкий спектр аутсорсинговых услуг, но даже они заявляют о планах по концентрации усилий на одном или нескольких направлениях. В аутсорсинге клиент и подрядчик взаимодействуют очень тесно, и от исполнителя требуется столько же глубокая интеграция в компанию, как и от штатного сотрудника. Заказчику нужно учитывать не только стоимость услуги и качество, но и ее долгосрочность, потому что часть своей работы можно доверить только лучшим исполнителям. Если компания выполняет заказы грамотно, это неизбежно становится поводом к долгосрочным отношениям. Есть несколько причин, по которым наши клиенты выбирают нас уже 9 лет. Во-первых, это высококвалифицированный персонал. Залог успеха работы нашей компании – основа нашей репутации. И то, что позволяет нам продолжить развитие – это наши сотрудники. Мы постоянно повышаем квалификацию персонала, проводим оценку их работы и даем им дополнительную мотивацию. Во-вторых, мы работаем с любыми клиентами и задачами. Нам важно воплощать свои возможности в решении задач разных масштабов и сфер деятельности. Профессиональный подход к работе гарантирует стабильное качество выполнения и крупного проекта с огромным бюджетом, и небольшого локального мероприятия. Наша система ценообразования абсолютно прозрачна. Мы соблюдаем баланс системы цена-качество, разумная и экономически обоснованная политика, при которой наши клиенты получают услуги высокого качества по разумной стоимости. Более того, мы гарантируем гибкую систему расчета цен и бонусов, позволяющую обеспечить действительно индивидуальный подход. Западное качество исполнения работ
Применение инноваций в совершенствовании бизнес-процессов, а также стабильная репутация – вот факторы, предопределяющие наши лидирующие позиции на рынке аутсорсинга. Мы всегда готовы помочь вам извлечь из наших возможностей максимум. Работаем. Работаем. Подождите.